Всем привет! Привет! Приехали с женой на разведку. Опять у нас серия новых мест. Воды в этом году на Дону прям много. Выбрали вот такой вот мысок. Мысочек небольшой. Тут вроде как обрыв идет. Сейчас крепление для эхолота придет. Буду уже более тщательно все исследовать, смотреть. Ну, местечко такое интересное, дикое, никого нету. Можно сказать, и мусора нету. Такой вот обрывчик, заливчик. Вот такое вот местечко. Закинем сейчас на сазаника, наверное. На что будет. Вылазим. Подожди. Опа! Давай. Все. Комплект мой. Гладиатор. 3,50. Ух ты, смотрите, какая яма сразу идет. И 9,9 мотор. Прохожу сейчас обкатку, еще не обкатал. Видео показывал. Что хочу сказать отзывы по этой лодке. То, что 9,9 для нее много. Очень много. Она легкая очень идет. То есть, мне кажется, на ней пятерка будет отлично ходить. 9,8 вообще будет шикарно. Мы еще попробуем. Но 9,9 ее прям прет, она хорошо. Все, хорош базарить. Достаем спиннинги. Расставляемся. Сейчас тапочки одеваем. Кормушку замешал, запах, не знаю, там фидер написано, интересный такой запашок. Сейчас закинем кормушечку с червячком, штуки две, наверное, а потом на карпа закинем. А жене, наверное, попробуем поплавок тут закинуть, мало ли, может, будет что. Оба. Тут у нас 5000-ная катушечка, 3,30, тест 130 грамм. Она идет как эфидерное удилище, кончик, и как карповики, легенькие. Использовал их в том году, два штуки у меня было. А это докупил себе. Глубина есть, метра три, наверное. Оба. Смотрите, первая поклевочка. Сними колокольчик. Аккуратно. Я только решил кукурузку одеть. Так, там фидерная оснастка. Кукурузку решил одеть. О, а тут бровочка. Карасик, наверное. А, забаник. Блин, вот это фигово. Это фигово. Будет объедать быстро все. Следующий будет бутербродом. То есть кукуруза и червячок. Оба. Ни раз тут не ловил ни с лодки, ни с берега. Вот чисто выплыли. Понравилось местечко. Остановились. Поймали. Оба. Все, вешай колокол. Колокольчик. Вешь? На машиночке. Достанешь? Так, сюда мы такой вот крючочек большой. Такого вот червячка. И кукурузину. Так, опа. Такой бутик шикарный получился.
кормушка, это легенькая, правда. 60 грамм, мы сейчас посмотрим. Так, погнали бутик запускать. А это фигачит. Ты бери удочку и раскладывай, вон там сейчас удочку закинешь. Не хочу. На удочку не хочешь? Блин, не знаю. Ну тут, мне кажется, будет. Ну, просто так. Одна оснастка, смотрите, первый раз использую. Вот так вот. Тут поводочек. Тут вот такая висюлька. Карповый монтаж, назовем его. Потестим, закинем. На червя он прям дрин-дрин-дрин-дрин сразу. Тут надо на фидер садиться. Ничего, в этом году пооткрываем для себя местечко. Новые, хорошие. Сильно далеко не кидаю. Тут ямка рядом. Оба. Все, встал. Так, сразу же тестим поплывок. Закинули. Сейчас пару шариков кинем. Будем смотреть, на что тут лучше. Оба. Бель-то должна быть какая-то у берега. Водичка чистенькая. Как туда спиннинг начнет давить, ты... Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, давай, да. Оба, тише, тише, все, крути. Спиннинг туда, вперед поставь. Во, во, еще, еще. Во, вот так. Дергается что-нибудь? Да? Ну, блин, она прям туго идет. Да ты рукой вот тут берись. Вот тут, вот тут. Во. Вот так пальцами. Надо. Блин, там что-то большое. Большое, да здорово. Ну ты прям как не катушка, а мясорубка крутишь. Блин, Владик, я не удержу. Кого ты не удержишь? Ну не знаю, кто там. Там кормушка, наверное. Нет, что-то есть, гнется. Может, карасик. Может, кормушка такая. Тяжелая. Ну да, нормально. Нормально ты поймал. Слышь, мне двое, а что он так тяжелый? Все, встать. Все понятно с тобой, рыбак. Тяжело. Ну, конечно, тяжело. И глубина, и... Кормушка тяжелая. Ребят, часто спрашиваете, как заказать снасти. То есть там лодки, удочки, где, что, как. Можно заказать через Е-каталог. Е-каталог вам помогает отсеять все ценники. Он выбивает вам магазины, показывает, где ценник меньше. Заходите, смотрите. Также есть там отзывы, график цен. То есть можете посмотреть, какая цена была до этого, допустим, там месяц назад, какая сейчас. И также все магазины, как проверенные, крупные, находятся там. То есть не ошибетесь, и никто вас не бросит. Ссылочку оставлю в описании, пользуйтесь. Видишь, дёбает? Ну, сколько? Давай, пробуй. Пробуй. Есть? Крути, 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 крути. Нету? Не знаю. Не сопротивляется ничего? Ну, ты живой. Ай, блин. По-моему, нет. Да. Ну, я сейчас сам, ладно, подсеку и попробуешь вытянуть. Тут бровка. Говорит, на поплывок лучше. По-моему, ничего нет. А, нет. Ну, мелкий забан. Карася нет. Тут, походу, один забан. Густера. Все, ставь на место. Опусти мне чуть-чуть. Так. Все, это подставь. Густера. О, видал? Щука, что ли?
Офигеть. Кто это? Не знаю. Покажи. Плотва, что ли? Да, у нас сегодня вся рекордная рыба. Вся трофейная. Ну, кукурузку одевай, муж. Клюнет поболее чем-то. Весь трофей у нас. Может, червяка? Да. Давай. Какой дерзкий. Сними, пожалуйста. Ты поймал? Не знаю. Пока не знаю, только закину. Где ж хоть один карасик-то? Что-то дергается. Опять такая же ловлюха. Блин, что он такой мелкий ловит? Да фиг его знает. Вроде и кукурузу, и все. Эксперим. А она на кукурузу так берет? И кукурузу одеваю, и червя, и вот такая вот мелкая. Попробую еще прямо сейчас подальше закинуть. Не нравится. Карася поинтереснее было потащить. Сазание на кукурузу вообще молчит. Разведки они такие. Тоже никого нет. Да я откусна. Вот как думаете, ребят, есть у людей фантазия? Нормально вот это? Стоят спинги. Прям по ним. Молодцы. Часто, ребят, сталкиваетесь с наглостью рыбаков? Напишите в комментариях. Вытягивай. Есть, по-моему, что-то небольшое. Есть, ух, кто там? Ух, какой. Давай сюда его. Ле, подлещик на прикормку пришел. Это вот кто-то клевал. Да, непонятно. Ну, как красиво. Ага. Подлещик, блин, прикольно. Надо было тоже еще. Ай! Еще одну поплывочку брать. Соплей от него. Давай, попусти мне чуть. Да, подошел на прикормку. Не, прям чего осталось, все высыпал. Хочешь? Не. Да мы и так тут неплохо закормили. Оба. Отлично. Даже без дерева. Как кормушка. С размером кормушка. Вот такие вот крючочки всегда использую. И поплывочек эксперт. Это у нас на удочке такое. Оснастка. 3,5 грамма. О. Давай, давай, давай. О! Не попускай. Что-то такое. Бодренько идет. Давай, давай.
Гля какой. Подлещик, чтоб тоже. А, нет, забон, гля какой. Классный, да? Как ты их отличаешь? Написано вон. Смотри. Вот так крышка. Там, видишь, написано. Нет, ну чем отличается? Я не чем? Понимаю. Мне кажется, я того поймала, такого же. Ну, почти. Такой вот. Попил. Клюет, видишь? Жди. Давай. Хорошая что-то идет. Тяни. Ой, лицо-то такое, как будто там сазан. Что там? Не знаю. Давай. Не знаю. Что-то хорошее. Это маленькое, но... Сильное, да? Окунь. Окунь? Да. Офигеть. Вот окуня я знаю. Хороший, гля какой. Боец, вот бы такого бы это... Скажи, я скажу. Опять заглотил? Да, не заглатываю. Скажи. Ну, такой вот самец. Таких бы на спине потягать бы. Красавец. Нет, здесь размывает дождь. Ну, дождь, да. Я вижу. Мы садили сейчас кукурузу. Я попробовал, покидал спинник на окуне. Донки убрал, потому что нет смысла с них. Сейчас жена душу отведет на поплывок и помчим. Надо более тщательно с эхолотом тут смотреть. Ну все, друзья, закончили рыбалку. Сами видели, ничего особого нету. Была разведка новых мест, диких, так сказать, чтобы никого рядом не было. Можно было спокойно порыбалить, чтобы было чисто. Ну, мало ли, может, просто сегодня не клюет. Надо будет еще раз проверить это место. Вы пишите комментарии, выкладываем такие видео, не выкладываем с разведкой, потому что улов не особый, не знаю, может, кому-то не понравится. Пишите комментарии. Пока. Всем пока.